Еще раз придется вам сказать, что вы думаете. И сначала, наверное, все-таки предоставим слово Белым. So, Magnus, please tell us what do you think about the commission and the water plants. I generally have no idea what's going on. На самом деле, в целом, у меня совершенно не представление, что же происходит. I am a piece of. У меня лишняя фигура. But he has two bones, and my pieces are not developed. Но у соперника две пешки, и мои фигуры не развиты. Nevertheless, I think my chances are not bad. Тем не менее, мне кажется, что у меня неплохие шансы. But please do not hold me to this opinion later. Но, пожалуйста, не напоминайте мне об этом моем мнении позже. Владимир, что вы думаете? Ну, что-то очень похоже на предыдущую партию, потому что, мне кажется, я достаточно комфортно уравнял по дебюту, но, в общем, решил сыграть очень остро, E5, это связано с жертвой фигуры, то есть я, конечно, не обязан был жертвовать, могу сделать какой-то другой ход, мне кажется, что позиция близка к равенству, но это ход очень принципиальный, я считал, и вот сейчас возникла очень острая позиция. По ощущению, мне кажется, что у меня хорошая компенсация за пожертвованную фигуру, но сейчас вот критический момент, мне кажется, ближайшие несколько ходов определится точно, то ли мне удастся развить инициативу и, может быть, даже получить преимущество, то ли белые отобьются и все-таки у них останется лишний конь. Поэтому позиция очень острая, у меня здесь несколько заслуживающих внимания продолжений, скажем, d3, ферзь c2, ладья e8, то есть каждый ход по-своему интересен, даже просто c5. В общем, надо будет, сейчас, видимо, я крепко призадумаюсь. Но мне кажется, что объективно моя позиция неплохая, мне нравится, по крайней мере. Но, конечно, она очень острая. Большое спасибо, мы с удовольствием посмотрим, что же случится.